Накануне в Ульяновске прошли памятные мероприятия, посвященные 75-летию со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ветеранов и детей войны, прошедшим все ужасы того времени, пригласили в один из торговых центров города на предпремьерный показ нового фильма отечественных кинематографистов «Спасти Ленинград». Действия фильма разворачиваются осенью 1941 года, когда жители пытались выбраться из города, окруженного врагами. Перед показом фильма ульяновские студенты провели урок мужества, где зачитали стихотворения и исполнили песни военных лет. Мы, студенты Ульяновского педагогического колледжа, чтим память наших дедов и прадедов, которые воевали и отстояли нашу родину, в том числе и Ленинград. На показ фильма прибыл и губернатор Сергей Морозов. Он лично поздравил присутствующих ветеранов со знаковым событием. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.